Значит, во-первых, я очень рекомендую всем посмотреть этот фильм. А вы смотрели, вот, да? Все пять серий? Да. И, в общем, Андрей, вы тут сказали, что вы не о фильме, тем не менее, вы говорили, в фильме то, в фильме это. Значит, это блестящий фильм. Ну, мы начали с фильма. И это фильм, я его стараюсь в котором... не оценивать. Который должны были снять у нас. Его у нас не сняли, к сожалению. Потому что это фильм, прежде всего, о героизме наших сограждан. Ну, наших тогдашних сограждан, то есть и украинцев, и русских, и кого угодно. Да? Вот. Это фильм, я не помню фильма, сделанного с такой любовью к, и восхищением к людям, которые действительно пошли на смерть, спасая и свою страну, и чужие страны. Это фильм о лжи, о государственной лжи. И, вы знаете, у меня... Мой коллега, один мой знакомый, тогда поехал добровольцем туда. Ему повезло, он не облучился, ну, облучился немножко. Вот он, и я еще несколько человек знаю, которые принимали участие в ликвидации аварии, они говорят, что все так и было. И что вот все было, там есть отдельные мелкие ляпы, но это ерунда. Вот, что все так и было, действительно. И было вот это вранье. Вы знаете, одного покойного уже нашего историка как-то спросили, была ли советская система самой жестокой в истории человечества. Он сказал, наверное, нет. Потому что был Гитлер, был Чингисхан, всякое было. Но она была самой лицемерной. Вот это вранье, постоянное вранье, которое они ощущали тогда и которое повторяется сейчас. И кроме вранья и лицемерия, есть еще какой-то дикий цинизм.